Вор в законе Андрей Таркунов, известный также под прозвищем Турок, лишился гражданства Российской Федерации, сообщили источники «Известий» 15 мая. Московская полиция провела проверку и выяснила, что Таркунов, находящийся под следствием за лидерство в уголовном мире, не сообщил о непогашенной и неснятой судимости при получении паспорта. Решение об отмене приема в гражданство приняло руководство ГУ МВД по столице. Таркунов получил паспорт гражданина России в упрощенном порядке, как бывший гражданин СССР. В апреле 2003-го он был осужден на 2 года лишения свободы в колонии по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Срок погашения судимости в этом случае составляет 8 лет после отбытия наказания. Нарушение процедуры получения гражданства выявил Следственный департамент МВД России в ходе расследования дела о разбойных нападениях и бандитизме, фигурантом которых является Таркунов. Вора в законе арестовали в апреле по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. Его задержали сразу после освобождения из Верхнеуральской тюрьмы. По данным Prime Crime, вором в законе Таркунов стал в 2013-м.